Порно или порнография – отображение сексуального поведения в литературе, изображениях, скульптурах, фильмах и другом с целью вызвать сексуальное возбуждение. Поскольку само определение порнографии является субъективным, изложить ее происхождение и развитие почти невозможно. На протяжении истории человечества порнография подвергалась и по сей день подвергается ограничениям и запретам со стороны государственных и церковных властей. Граница между порнографическими материалами, осуждаемыми и скрываемыми, и эротикой – приемлемость которой гораздо шире, обычно отражает меняющиеся со временем моральные ограничения конкретного общества. Во многих современных мусульманских сообществах порнографией называют фильмы и телепередачи, не вызывающие никаких возражений на Западе. С другой стороны, в Древней Греции и Риме были широко распространены изображения фаллоса и сцен оргий, хотя вряд ли эти изображения преследовали те же цели, что и современная порнография. Тем не менее, порнография имеет ряд существенных отличий от эротики. Своим происхождением термин «порно» или «порнография» обязан появлению в XVIII веке во Франции книги «Порнограф» или «Размышления порядочного человека об истинной безнравственности проституции». Следует различать порнографию и эротику. Для порнографии свойственно, во-первых, непристойное, вульгарное, безнравственное изображение или словесное описание полового акта с целью достичь сексуального возбуждения. Во-вторых, намеренное сосредоточение внимания на половых органах участников во время совершения ими сексуальных действий с подробным описанием последних. В-третьих, отсутствие изображения или описания душевных переживаний человека и его естественной сексуальности. В-четвертых, внушение стереотипов девиантного поведения, сексуальная вседозволенность, распущенность, безответственность и жестокость.